Я хотел приехать и поговорить с тобой. Но ты меня опередил. Я прошу прощения, Вулкан. Я не хотел тебя бить. Это был рефлекс. Я не понял, как это произошло. Последние дни из-за чиглы я слишком напряжен. Слишком напряжен. Ничто из того, что ты пережил, не является оправданием того, что ты со мной сделал, брат. Я не ищу оправданий. Этому не может быть оправдания. Я неправильно поступил. Я прошу прощения, что ударил тебя. Просто после твоего удара я разозлился, не смог сдержаться. Пускай это будет первый и последний раз. Да, так и должно быть. Даже будет лучше. Если мы забудем об этом. На самом деле, я приходил сюда не для того, чтобы поговорить об этом. Но хорошо, что мы поговорили. И о чем же ты хотел поговорить? Об осле. Об осле. Ослы сказала, что Чагла все знает. То есть нам больше нечего скрывать. Единственное, что мы можем сделать, это держать ослы подальше от Чаглы. Я сегодня виделся с Чаглой. В каком смысле? То есть после всего, что она сделала, еще и тебе позвонить умудрилась? Ей очень плохо. Она в самый неожиданный момент получила удар от самого неожиданного человека. Но я ее понимаю. Я переживал то же самое. Я не хотел, чтобы так получилось. Чагла думает, что тебе нравятся ослы, что ты с ней встречаешься. И поэтому бросил Чаглу. Но не волнуйся. Я объяснил ей, насколько глупо то, о чем она думает. И как ты это сделал? Мне было несложно. Я рассказал ей про свои чувства к ослы. Что? Я не понял. Тут нет ничего непонятного, Бурак. Мне очень сильно нравятся ослы. И я уверен, что у нее тоже ко мне есть чувства. Скоро я ей признаюсь в своих чувствах. Ты, кажется, сильно удивился. Я удивлен, да. И я. После Денис я впервые начал что-то чувствовать кому-то. И самое замечательное в том, что рядом со Слы я чувствую себя очень счастливым и спокойным, как никогда прежде с кем-либо. Я готов жениться на Ослы, не задумываясь. Лишь бы она согласилась. А вы с Чаглой наладьте отношения, чтобы в этот раз мы проводили по-настоящему время вместе, а не притворялись. А вот это невозможно. Вулкан, ты останешься на ужин, да? Скоро стол накроют. Нет, тетя, я ухожу. Остался бы, дорогой. В следующий раз. Хорошо, дорогой. Увидимся. Я тебя провожу. Ослы, ты забыла документы в офисе? Да, я как раз только это заметила. Я подумал, что это важно, поэтому принес. Я неподалеку. Если хочешь, приходи и забери. Серьезно? Большое спасибо, Вулкан. Я сейчас приду.
Привет. Привет. Ты потрудился, чтобы приехать. Большое спасибо, что приехал. Да, не за что. Увидимся. Увидимся. Послы? Он точно со слы разговаривает. Точно разговаривает. А-а-а! Бурак, ты что здесь делаешь? Кто-нибудь может увидеть. Мы попадемся. Где ты была? Я в офисе забыла документы. Вулкан их привез. Значит, он сюда не ради меня приехал. Должен был тебя увидеть. Что ты хочешь сказать, Бурак? Нет-нет, ничего, ладно. Я просто начал волноваться, потому что ты не отвечала на мои звонки. Бурак, выходи уже, кто-нибудь может нас увидеть. Сейчас самое безопасное место в доме – это здесь. Ну все, уходи, мама может вернуться. Ох. Кажется, кое-кто вчера на меня сильно разозлился. Как это туда попало? Даже не понимаю. Отпросись у мамы вечером, и мы встретимся. Мне нужно тебе кое-что рассказать важное. Нельзя, я не могу вечером. Сможешь. А если мама увидит, что тогда? Ослы? Беги, беги, беги! Беги! Что, сюда? Быстрее! Не глупи! Ослы? Мама! Мое платье ведь испортилось. Так вот, Шукран намекнула, а Халильбей купил новое. Какое красивое платье, мама! Мне тоже очень понравилось, ослы. Красивое, да? Ты куда, мама? Повешу платье. Ты что, я сама повешу? Моя милая. Умничка. Выходи, выходи! Вот видишь, мы чуть не попались. Ну что поделать? Нам бы пришлось пожениться. Выходи уже, давай. Я тебя вечером украду. Слушай, дорогая, что ты делаешь? Ничего, рисую, а ты? Забудь про рисование. Мы с Эрдемом гуляем. Возьми Бурака и приезжай к нам. Гунджа, с тобой все хорошо? Конечно, хорошо. Я уже отпросилась. А ты возьми Бурака и приезжай. А маме скажи, что Гунджа с братом тебя зовут. Только не отказывайся, пожалуйста. Пускай все будет так, как мы мечтали. Хорошо? Хорошо, дорогая, увидимся. Ослы готова. А, ослы-то готова. А я-то не готова. Я же не отпросилась у брата. А если он не разрешит? Конечно, разрешит. Скажи, что ты останешься у меня. То есть, скажи, что ты останешься у сестры Эфталии. Вот и все. Отличная идея. Мамочка, Гунджа вечером пойдет гулять с братом. Можно с ними? Я очень хочу. Ослы, откуда это взялось? Мама, мы всего лишь у побережья посидим, я тебя прошу. Не делай так, ты же знаешь, что я не могу тебе тогда отказать. Разрешаю, можешь идти, но не задерживайся, хорошо? Хорошо, мамочка.
можешь меня похитить. Хорошо, я тебя скоро заберу. Буду ждать там же, где обычно. Как ты отпросилась? К сожалению, соврала. Чем хочешь заняться? Я уже придумала, не спросив тебя. Гонджа позвонила, она гуляет со своим парнем. Попросила, чтобы и мы пришли, и я не смогла отказать. Отлично. Мы начали социализироваться, будучи парой. Может, какие-то проблемы возникли? О, они идут. Привет! Как дела? Добро пожаловать. Бурак, Эрдем. Очень приятно. И мне приятно. Проходи, дорогая. Простите, но мы уже сделали заказ, не дождались вас. Ничего страшного. Что будем пить, любимая? Газированную воду. Извините, пожалуйста. А можно нам две воды с газом? Как хорошо, что вы пришли. Мы теперь все вместе. Гонджа, если бы ты меня не позвала, я бы не вышла из дома. Да, как отлично получилось. Вчетвером будем сидеть. Душа моя, большое спасибо. На самом деле, благодарить ты должна не меня. Ты должна поблагодарить своего парня. В смысле? Потому что это он устроил. Серьезно? Да. Твои друзья — это мои друзья. Ну, я смотрю, ты не хочешь познакомить нас, вот и решил сам познакомиться. Потому что я знаю, как они дороги для тебя, дорогая. Аслы для нас тоже дорога. Не огорчай ее, понял меня? Так точно. Не переживай. Аслы, а я тебе кое-что хочу сказать. То есть, у меня отличные новости. Эрдем открывает кондитерскую. О, серьезно? Поздравляю, Эрдем. Спасибо, Аслы. Пришло и время мне заняться бизнесом. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Аслы, я тоже буду там. И ты ведь будешь, да? Конечно, я буду вам помогать. Мне кажется, ты не будешь отставать от учебы. Всего полдня работы. Гонджа, а я справлюсь? Аслы, ты справишься. С этого момента я ваш постоянный клиент. Тогда мы точно не обанкротимся. На этой неделе я найду подходящее место, а в скором времени мы уже откроемся. Удачи, Эрдем. Я верю, что ты справишься с этим делом. Надеюсь. Ну что, за нашу новую работу? Давайте выпьем. Так, минутку, так нельзя. Мы должны это отпраздновать. Как? Идем веселиться. Супер! Я за. Здравствуйте. Что будешь пить? Только без алкоголя, пожалуйста. Фруктовый коктейль. Хорошо. И нам. Тут очень весело, правда? Да, мы пойдем танцевать. Давайте вместе. Давайте. Нет, мы пока посидим. У тебя очень милые друзья. Да, они такие. Они выглядят такими счастливыми. А мы разве нет? Мы тоже. Но если смотреть на то, что мы переживаем, неважно. Не думай об этом, пожалуйста. Лучше веселись.
Ладно. Ну давайте же к нам присоединяйтесь. Давайте, давайте. Так, я умею танцевать. Закругляться? Аслы, ты прям как Золушка, честное слово. Ну, Гонжар, потом меня не выпустят. Хорошо, хорошо. Тогда пойдемте, давайте. Чегла? Нет, нет, Чегла. Нет, не мама, смей. Отпусти! Чегла, не смей. Пойдем, пойдем, дорогая. Прекрасный был вечер. Спасибо. Тебе спасибо. Я тебя люблю. И я тебя. Я пойду. Хорошо, дорогая. Ты иди, а я позже приду. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...